ученики! Физкульт, привет! Это уже полюбившаяся вам рубрика «Вопрос-ответ». И сегодня мы рассмотрим такой интересный и важный вопрос, момент в тренинге, волнующий многих, и парней, и девчонок, способны ли упражнения с отягощениями расширить нашу талию. Большинство из вас слышало в тренажерном зале от друзей, от различных псевдоспециалистов то, что пугает большинство девчонок и парней. Это то, что если вы будете приседать и делать становые тяги, то у вас расширится талия. Друзья, правды ради сказать, да, действительно, талия может расшириться от приседаний и от становых тяг. Но не спешите посыпать голову пеплом. 99,9% из нас с вами, и я в том числе, не работают с такими весами, которые способны расширить нашу талию. Если мы делаем приседания и становые тяги, мы только укрепляем мышечный корсет под названием мышцы кора, куда входят мышцы таза, поясничные мышцы, абдоминальные, то есть пресс. Это все очень и очень важно. И это одна из причин, по которой необходимо делать приседания и становые тяги. Вернемся к вопросу весов. Для примера, чтобы вам приседать за 220 кг на 8-10 раз, 240 кг, многие ли из вас, из нас способны на это? Лично я никогда не доходил до таких результатов. Для меня это кажется просто нереальным. И я уверен, что основная масса натуральных атлетов никогда не подойдет, даже не приблизится к таким весам. Ни в становых тягах, ни в упражнениях под названием приседы. Приседания со штангой на плечах. Поэтому не стоит этого пугаться. Что касается девчонок, то там тоже веса такие, что ни одна девушка, не принимая дополнительно фармакологию, какие-либо еще средства, увеличивающие анаболизм, восстановление в организме или мужские гормоны, не способна достичь такого. Поэтому не думайте, что вы можете как-то либо повлиять, расширить свою талию. Это просто нереально. И в этот же вопрос большинству из вас советуют одевать пояс во время выполнения данных упражнений. Друзья, я уже устал повторять. Если вы не опускаетесь ниже 5-3 повторений в любом упражнении, то пояс не нужно одевать. Одевая пояс, когда вы работаете с железом, вы как раз-таки расслабляете мышцы кора. И со временем они атрофируются. Я надеюсь, вы не из тех дураков, идиотов, которые, заходя в зал, первым делом одевают на себя пояс, одевают кистевые бандажи, локтевые, наколенники и ходят как идиоты по залу, вызывая только смех опытных людей, опытных спортсменов. Я знаком с огромным количеством пауэрлифтеров. Вы не представляете, большинство из них доходят до 300 кг, даже не одевая пояса, не одевая наколенников, не говорю уже про кистевые бандажи. Я вообще не понимаю людей, которые в приседе, в становых тягах одевают кистевые бандажи. Нет, я не говорю сейчас о лямках. Лямки действительно нужны в тренинге, потому что спину вы не сможете прокачать без применения лямок. Но, друзья, давайте раз и навсегда поставим жирную точку. Никто из нас с вами ни приседанием, ни становой тягой не увеличит объем своей талии. Талия увеличивается только обжорством. Если вы жрете как свинья, а все складываете на упражнения, скидываете всю ответственность, то значит и ваш мозг заплыл жиром. Не одевайте пояс, пояс только мешает. Но это не касается поясов матерчатых, которые сохраняют тепло в пояснице. Эти пояса действительно полезны. Я сам иногда зачастую пользуюсь этим поясом, когда прорабатываю спину. И хожу в нем на протяжении всей тренировки. Но
этот пояс никоим образом не снимает работу мышц кора, что является очень-очень важным для тренинга мышц кора. А мышцы кора – это то, что держит наш позвоночник в поясничном отделе. Не забывайте об этом. Увидимся в следующий раз. Не пропустите, в следующий раз я отвечу на вопросы, часто задаваемые мне вами в комментариях, в группе ВКонтакте, на сайте моем, в Инстаграме. И следующие темы, которые мы с вами затронем, это бассейн и тренажерный зал, сауна и тренировки, как это все влияет на сердце, как это совмещать. Также мы обсудим вопросы касаемо суперсетов, как оценить программу ту или иную тренинга, подойдет ли она вам именно как натурально тренирующемуся атлету. Это очень важный момент. Также затронем миф, несмотря на то, что у меня уже есть статьи и видео об этом, о типах телосложения, эктоморф, эндоморф, мезоморф. А также обсудим с вами вопрос, животрепещущий вопрос, как убрать живот. Не пропустите, думайте всегда головой, правильно питайтесь, грамотно тренируйтесь, адекватно восстанавливайтесь. Будет вам тогда сила, масса и здоровье. Увидимся в следующий раз.